Итак, уважаемые зрители, всех приветствую на своем канале, у микрофона, как всегда, Бог, и это новый видеоролик по сайту CSFL. Да, тот самый сайт, на котором постоянно идут раздачи промокодов, происходят различные интересные конкурсы, викторины, и дается процентное пополнение к бонусу кэшбэком. И вообще-то, знаете ли, я сегодня разыгрываю 211 рублей на ваш Киви кошелек, и все, что вам нужно, это поставить 1600 военных комментариев от Гейба. Вот если вы это сделаете, пацаны, вот просто будет балдежно. И уже завтра, как всегда, в моей группе ВКонтакте, ну и как всегда в прямом эфире, я подведу итоги. Сейчас просто идет какая-то лафа раздача скинов, поэтому давайте быстренько начинать. Итак, ребята, 241 доллар на балансе, начинали с 170. Коэффициенты просто великолепные, просто шикарные. И это значит то, что мы будем залетать на CSFL и грабить его по полной. Смотрите, у нас есть реферальная ссылочка, бог три топора, вводишь вот сюда вкладочку пополнения и получаешь 5% к пополнению. Практически 3000 человек зарегистрировалось. Я надеюсь, и зарегистрируешься ты. Смотрите, ну, халява еще никому не вредила, поэтому, ребята, если вы на сайте впервые или хотите испытать удачу на втором аккаунте, регистрируйтесь по моей ссылочке. Я думаю, что, в принципе, она вас не подведет. Давайте сегодня играть чисто такими скинами. Если в прошлый раз мы играли Will Pied 5 долларов, сейчас будем играть по 10 долларов. Пока крутится колесо, мы закупаем все эти скины, закупим на 100 долларов, и 142 доллара у нас останется в сейве. Пока что видим вот такую линию, в принципе, она довольно-таки интересная, но не сильно-сильно окупаемая, я бы сказал. Ну, такая, более-менее. Давайте оставим как есть и проверим уже нашу удачу так. Вопрос насыщенный. Получится ли у нас выиграть? Если мы выигрываем на x5, мы выигрываем 60 долларов. Если выигрываем на x3, то выигрываем 30, по-моему, да? Так ведь это считается? Или 40? x5-очка! Бляха, муха, цикатуха, вышла погулять, мультик такой есть. В общем, ну смотрите, ну еще раз x5, почему нет? И потом, наверное, все-таки, если вот эта ставка вообще никак сейчас не зайдет, наверное, мы уйдем в краш. Ну, джекпот мне вообще сегодня как-то не симпатизирует. Ну вот в краше можно было бы подниматься. Не знаю, ребят, как долго мы вообще будем подниматься и сможем ли мы поднять тот баланс, который нас интересует, но попробуем, почему нет? Давай x5-очку. x5-очка прям плюс настроение, плюс мораль. Ну, x3, ладно. 30 долларов. Нет, все-таки 50 и 30, да. Окей. Такая наклеечка. Давайте, ну, мы на 10 долларов в плюсе. Это довольно-таки неплохо. Сколько это? 700 рублей плюсом. Но прошлая ставка, конечно. Короче, за две ставки мы в минусе на 10 долларов. Не сильно плохо, но как бы все равно неприятно. Это все-таки минус, да, надо учитывать. И поэтому делаем повторную ставку, посмотрим, как сейчас себя поведет сайт. Если сейчас выпадет хотя бы x3, мы в нуле. Вот мы ровно в нуле. Но я надеюсь все-таки на x5. x5? x5? Ну, я понял. Ну, я, в принципе, понял, да, CSFL? Я тебя понял, братишка. Хорошо. 5x. 3. 3x. Почему? Вот именно когда он раздает, я решаюсь пойти в вилл. Ну, есть башка на плечах? Ну, фиг его знает. Окей, окей, давайте попробуем довести до двойки скин за 30 долларов, друзья, это будет рискованным шагом. Я не знаю, ГБ нужен 23, может я просто, видите, это кэш не почистил, уже как бы прошло, обнова уже все. Как бы, ну да, 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 это я поставил, я, сука, поставил наклейку, да, пацаны, вот как бы в этом весь я. Не знаю, ну попробуем x5 все эти скины довести. Просто ну вообще нету представления, что сейчас выдаст сайт. Как бы если мы дойдем до пятерочки, хотя бы просто до пятерочки, вот этот коэффициент поймаем. Все, это 50 долларов, это окуп. Но непонятно, что сейчас будет на CSFL. Как бы до двойки он спокойно может дойти, но не доходит. И вот уже тут хрен его знает. Попробуем все эти скины поставить чисто на x5. Не знаю, пацаны, были такие, очень такие увлеченные коэффициенты. Наверное, сейчас, если мы не дойдем, то я просто уйду на вилл. Ну, понятно, понятно, это я поставил, сайт начинает скамить. Ну, все как всегда. Все у нас как всегда, попробуем просто тупо поставить два раза на x5. Потому что скинов все остается меньше, уже просираем, уже практически на секундочку 100 долларов оставили на CSFL, блин, чтоб его. И поэтому, ну, нужно играть более-менее аккуратно сейчас. Ну, как иначе. Давай, хорошо, давай посмотрим, давай сделаем что-то интересное и... Давай x5-очку, как бы хотелось бы... Ну, непонятно. Ну, непонятно, как выигрывать. Я, честно говоря, в замешательстве. Что нам делать? Вопрос, конечно, на миллион. Я попробую сейчас взять вот такой промежуток скинов. 20 долларов и 20 долларов. Один буду ставить на x2, другой на x5-очку. То есть, если выпадает x5, вообще класс. Если выпадает x2, ну, пойдет. Надеемся, что сейчас все-таки выпадет x5. Вот так вот по-нерусски. Давай, x5-очку. Ну, живи ты, ёп. Все. Вот это прям судьба сейчас. Делать жестко, делать интересно. Давай, x20. Вернее, просто x2.
и X5. Короче, если выпадает X5, $100 нормально. Если выпадает X2, ну, в ноль. Не знаю, ребята, будем таким образом пытаться ловить X5. То есть, в принципе, окупаться, если что, на X2. И если что, плюс $60, это вообще охрененно. Не знаю. Ну, есть ощущение, что все идет не туда. Но мы проверим. Мы сейчас это и проверим. Стоять бояться. $104. Все. Слушайте, ну, неплохо. Неплохо очень даже. Поэтому, ну, наверное, стратегию делаем вот такую. 15. Вот так вот. Ребят, ну, это, конечно, нас сейчас хорошенько так спасло. Блин, какие дикие ставки на КСФ, или какие дикие люди на КСФ, мы бы знали. Так, не успеваем, ну ладно, как бы, если сейчас еще раз X5 выпадет, вообще балдеж будет, я просто сейчас выпаду. X5? Ай, блин, ну, быстро крутится, конечно, рулетка, тут ничего не скажешь. Но в любом случае, X5 на нож мы сделали, это уже хорошо, это уже заставляет нас как-то посидеть, и значит, еще баланс оставим по-любому на следующий Ролекс. Поэтому давайте. Оп. Ну как бы X5 это все равно очень дохрена. Это прям $60 и ну, балдёж. Потому что 75 даже, какие 60. Давай-ка. А ну-ка. Ну X5, ну братишка, и прям в плюс. Ну ладно. Тем не менее, еще $15 сверху. Сверханайзер. Давай попробуем вот так вот. И вот так вот. Ну, как бы, если что, $130 на балансе засейвим, ребята. И на этом мы уже точно будем заканчивать ролик. А вот с этими дулберетами Марина прямо с заводом. И посмотрим, что будем делать. Я надеюсь, что все-таки сейчас X5 выпадет. И мы вообще прям такие, опа, неплохо. И будет классно. Но пока что очень непонятненько, что нас ждет. X5, X3 хотя бы остановиться. Отлично, ребята, 80. Ну, в принципе, суммарно мы-то в нуле. Наверное, вот так вот. И давай вот так вот. Ребята, вот на этом мы и закончим наш ролик. Просто какой-то сверхъестественный выпуск. Пожалуйста, 1000 лайков. Для меня это большие деньги. Я уж не знаю, как для кого. Но с рефералки только столько ставить. Могу просто вывести нахрен нож. Только не синяя. Сука. Говно. Просто говно. Спасибо, сайт. Спасибо. Ну, я не знаю, пацаны. Ну, типа... До конца идем, да, наверное, уже тогда. Типа, раз... Ну, была не была, а чё? X5. Я просто не знаю даже, как нам быть сейчас. По $50 чисто поставить. Ну, просто на риск играть, да? $100 осталось. Пожалуйста, X5 выпади вот сейчас. Вот сейчас нужно X5. Ну, хоть X3, остановись. Я попробую вот так вот поставить, пацаны. Ну, просто... Ну, я даже не знаю, бляха-муха. Вот так. И вот так. Все, давай. Ребят, вот просто весь баланс. Я сейчас 20 тысяч могу проиграть. Просто все деньги, которые есть, даже больше, блин. X3, пожалуйста, будет прям. Или X5. Блядь, только не X2. Даже если... Давай. Ебать. На! Просто $250. Огромный нахрен спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. И, ребята, пока-пока. Прикиньте, если бы желтый выпал, я бы просто сдох от зависти к тем, кто поставил. Все, ребята, пока-пока. Не забывайте про ссылочку в описании. Давайте 3000 рефералов добьем. Красивая циферка все-таки. Пока-пока.